В Орле с понедельника начали печатать бюллетени для голосования на выборах в Орловский городской совет народных депутатов, которые пройдут 13 сентября. В типографии труд на период изготовления бюллетеней организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов и специалистов избирательной комиссии. 31 августа в соответствии с действующим законодательством бюллетени должны быть переданы участковой избирательной комиссии, где уже будет с ними проведена работа, они будут заверены, будут проставлены на них необходимые печати. Всего выпустят более 500 тысяч бланков нескольких видов в зависимости от мандатного избирательного округа территориальной группы. Также бюллетени отличаются по способу голосования. Для обычного и голосования с помощью технических средств подсчета голосов.